10 мая президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Шуше с работами по восстановлению дома, где в свое время жил известный тарист, композитор и мастер, усовершенствовавший азербайджанский тар Садыкжан. Помощник президента Анар Алекперов проинформировал главу государства первой леди о проделанной работе. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также были проинформированы о проекте комплекса новой мечети, который будет построен в Шуше.